Миша, на нас ушли сведения, что у тебя какая-то идея, ты ее будешь реализовывать. Да, есть идея делать стримчики с топовыми игроками. Стримы будут проходить в основном ночью, но они всегда будут в записи. Так что любой желающий сможет их посмотреть. Они будут выходить где-то один, максимум два раза в неделю, потому что это не очень... А играть тут кем будет? Я не понял. Играть будут... я думаю, либо я буду играть в миксах с буржуями топовыми, либо буду собирать русские жесткие миксы и играть также против буржуев. Тоже жестких, топовых. Понятно. И когда нам это ожидать? Первые записи уже пробные есть, и сейчас я жду человека, который должен мне помочь немного с настройкой качества картинки там и так далее. То есть технические заморочки остались, и это все будет реализовано? Да. Только технические сложности большие остались. Да, а в чем суть-то сама, вот разница между, скажем, ДМ-кой и ХЛТВ? Здесь вы все сможете услышать разговор внутри команды, что происходит. То есть будет запись внутреннего общения во время игры? Да, будет запись, и вы все услышите. Понятно, спасибо тебе.